Доброе утро. Меня зовут Светлана Равинер. Если ваши права нарушены, их можно защитить. Моя дочь развелась и не живет с мужем. Она и ее бывший муж были прописаны у меня в квартире. Я хочу выписать бывшего зятя из моей квартиры. Подскажите, как? В результате снятия лица с регистрационного учета оно утрачивает право пользования жилым помещением. Основаниями для признания лица, утратившим право пользования жилым помещением, могут быть непроживание в данном помещении, невнесение платы за коммунальные услуги, а также наличие в собственности иного жилья. Разрешая спор о признании нанимателя и членов его семьи, суд выясняет, по какой причине и как долго ответчик отсутствует в жилом помещении, носит ли его выезд вынужденный характер или добровольный, временный или постоянный, не чинились ли ему препятствия в пользовании жилым помещением со стороны других лиц, проживающих в нем. Приобрел ли ответчик право пользования другим помещением, исполняет ли он обязанности по оплате и содержанию помещения. Если в судебном процессе будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о добровольном выезде ответчика в другое место жительства и об отсутствии препятствий в пользовании жилым помещением, а также его отказе от прав и обязанностей по договору социального найма, иск о признании его утратившим право пользования жилым помещением подлежит удовлетворению на основании части 3 статьи 83 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с расторжением ответчиком в отношении себя договора социального найма. Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их по телефону. Доброго вам дня!